Сегодня наконец-то приличная погода. Решил поснимать. Досталась мне в руки вот такая книжка. Она сама по себе про Ижорский завод. Как бы куча всякой такой инфы. Но в конце есть вот изображение Колпина 70-х годов. Мне больше всего стадион привлек для начала. Вот это место. Это старый деревянный стадион. Вид с воды. И глядя на эту фотку, открывается тайна вот этих колышков оставшихся. Потому что, видите, здесь было мостки такие были деревянные. Можно было купаться. Ну, это, видимо, вид на стадион и на Ижору с Чухонки. Кстати, вот здесь, где колонны, это был вход на стадион центральный. Вот, видимо, оттуда снимали, где-то с этого места напротив. Ну и уже 80-е стадион перестроили. Ну и раз уж я открыл этот разворот, вот это место очевидно, где-то в районе детского пляжа, там ближе к лодочной станции, вот. Может, место, где сейчас тоже такие мостки. Ну, кто узнал, пишите. Вон тут чувак прыгает с такой высоты. Еще сейчас мимо проходил мужчина, что-то увидел меня с этой книжкой, понарассказывал мне, что, опять же, нарассказывал, что вот здесь, он в 70-е сюда приехал, говорит, вот здесь вот все Колпино было деревянное. Ну, говорит, что при каждом доме были яблони росли, поэтому называли садами. А вот такого общего сада здесь, в общем, никогда и не было. Говорит, или деревянные дома, или пустыри были. Вот. Где школьный комбинат напротив маленького Окея? Ну, вот там, за деревьями. Там, он говорит, была обычная школа общеобразовательная, потом ее отменили. Вот здесь кольца. Говорит, что народ присёгивал, здесь лодки были у людей, оставляли. Ну а по поводу нового района, вот то, что на Тверской, вон дом торчит, 16-этажный. Ну, он сказал, что стали застраивать 80-е, а деревянные дома вовсю горели. Говорит, как военное время было. Ночью смотришь в этот район, там такое зарево.
Ну, еще в двух словах рассказал, что на Чухонке помимо лодок выдавали катамараны и зимой финские сани. Когда снег выпадал, можно было на санях до Тельмана доехать. Ну и сейчас еще заедем на стадион, еще кое-что покажу. А, про стадион еще забыл сказать. Этот же дядька сказал, что уже в 70-е стадион был неприлично гнилой, что уже просто доски проваливались, и он был опасен для людей. Ну и вот он, стадион изнутри. Очевидно, где-то вот это место изображено на фотографии. Где-то здесь был центральный вход на стадион. Ну вот, вот центральный вход, где столбы. Вот оно снаружи, вот эти столбы, вот они же тоже со стороны речки. И вот здесь вот они изнутри, вот трибуны, какое-то дикое вообще мероприятие. Даже не верится, что такое возможно в Колпино. Или здесь. Ну и еще здесь вот фотки, ну здесь зал как зал, в общем-то. Такие дела. Спасибо за внимание. С вами был Колпино Тьюб. Меня, конечно, радует, когда кого-то интересует мой материал. И до новых встреч!